избегай роскоши. Роскоши, как смертельные язвы, берегись. Она очень расслабляет христианскую душу. Чужой похищать, людей обижать. И от подаяния милостыни, что требуется от христианина, руку удерживать учит. Роскошь, как ненасытное чрево, как бездна все добро пожирает. Ей все мало и все большего хочется. Нехорош якобы у меня дом, надо мне новый построить. Плохая у меня одежда, надо получше купить. Стыдно мне на простой коляске выехать, надо мне английскую карету купить. Кушанье мне это надоело, надо лучшее варить. Я простого вина пить не могу, надо мне дорогой водки купить. Слугам моим в таком-то платье служить мне непристойно, надо мне их лучше одеть и прочее. Так роскошь все пожирает и ум ослабляет. Берегись же роскоши. Естество малым довольствуется, похоть и роскошь многого требуют. Тело своего одежду щегольской не украшай, как некоторые, но званию твоему соответствующее облачение должно быть на тебе. Христианское облачение есть душевное облачение. Оно должно душу украшать, а не тело. Красота души есть образ Божий, по которому созданы мы. К такой красоте стремись и заботься о ней.